Как вы от жары спасаетесь? Кепочку одеваем и с друзьями отдыхаем. Пью пепси, изредка купаюсь. Реклама. Да. А если более, так сказать, другие методы? В море сходить, искупаться. А дома? Дома? Кондиционер, вентилятор. Ну, как-то. Пока к воде поближе. Муж полковник на пенсии. И не жарко. Им не жарко и не холодно. Да. Комфортно. Все нормально. Я так поняла, вот эта вот штука, это от жары, да? Да, да, да. Всем рекомендую. Все на песчанку. А вас спасает Ильича? Конечно. Нас завод спасает всегда. Он меня спасает, смотрите. Нас Ильича всегда спасает. Я их спасаю, вот так. Водой холодной. Прямо вот сейчас можешь спастись от жары? Смогу. Давай. Держи. Дома под кондиционер? А если не дома, нету кондиционера рядом, что делать? Дома. Напитки. Какие? Всякие. Алкогольные? Нет. Нельзя. Холодным пивасиком. Лучше в море скупаться. Вот он здесь. Это резервуар для охлаждения, резервуар. Да. У всех кубики, а у меня шарик. Пивной. Не на зиму, это на лето. На зиму будет еще больше.